Продолжим. Всем привет, дорогие друзья! Вы на новом канале Железное Сердце. Мы играем Assassin's Creed Unity. Короче, ну мы теперь живем у этого дяденьки, я так понимаю. В его доме. А Элиза — это наша теперь почти что сводная сестра. Что за восклицательный знак, куда он ведет? Так, пойдем по домику побегаем. Что тут почти хозяева, я так думаю. О, манеры, конечно, у нас заслуживают лучшего. Монетный пацан, короче, у нас такой. Карта играет. Светский дом такой, популярный, я смотрю. Местных. Французов. Месье де ме... О. Генеральные штаты. Интересно. Ну, давай играем. Не вышвырнули. А тебе было бы так жаль, да? Прямо до слез. Оливье, если бы не я, кто бы делал твою работу? Лошадей нужно почистить. Вперед. Конечно, месье. Месье де Лассер, эй! О, боже! О, боже мой! О, боже мой! В чем дело, друг мой? Письмо де Лассеру, срочное! Успокойтесь, Перро. Если вы упадете без сил, месье де Лассер письма не получит. Дайте, я догоню его. Надо отдать сегодня, это очень... Очень важно, я прекрасно все понял. Я передам письмо. Так... Поддерживаем хорошую форму, да? Месье де Лассер, стойте! Извини, друг. Придется кругу. Подождите! Или поверху. Что-что? Подсказка не вовремя выскочила. Остановитесь! Интересно. Медленно бежим все-таки. Как я погляжу, игра в наперстке в муде в этом сезоне. Да кто у них возницей? Пилот? Пилоты. Истребителя причем. Блин. Интересно. Могу догнать возницу, а? Да. Спускайся, чё ты лазишь-то? Месье де Лассе. Обознался. Простите. Хорошо бы взглянуть на все с высоты. Да уж, интересно, мы обознались. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Заберитесь на церковный шпиль. Надеюсь, это не будет наказуемо. Как вам сказать? Да, нужно. Так, сюда. Да куда ты лезешь-то, а? Обезьянкин.
Фриц, почти пришли. Тут высоко. Вот, а, синхронизировать. А вон еще один шпиль рядышком. Вот это красотища, да? Интерактивный город полностью. Версаль. Дворец там, Франция, Париж. Классно. Вон она. Генеральные Штаты. Так вот вы где. Так, меня туда, наверное, не пустят. R2 плюс 0. Вперед. И что будет? Повозка. Вот так вот будет. Побежали. Так, мы спускаемся теперь. L2 и нолик. Так, орлиное зрение. Нажмите треугольник, чтобы использовать орлиное зрение и обнаружить странников рядом с вами. Странников. Стражников. Стой, стой на месте! Так, я так понимаю, стражники — это не очень хорошо, да? Ты глухой или глупый? Уходи! Тронешь меня, будешь казнен. Так. Найдите вход на нижний ярус. Там вроде никого нет. Шевелитесь, слышали? Ух ты, ё-моё. В очередь. Да, тут мы не пройдем. Попробуем через заборчик. Через заборчик. Крючок. Ладно, пойдем сундучок возьмем. Там что-нибудь полезное у нас. Вот видите, сундучок лежит. Наверняка очень полезная штука там должна быть. Коллекционные предметы. Ух ты, я уже 3 штуки собрал. Так. Куда ж они все так стремятся попасть? Ключевая штука. Оп. Штяк. Кто меня увидел? Давай, давай. Так, вот это. Что это за штука такая? Что тут? Ау! Что тут дают? Зря спускались. Веревочка, что может показывать? Что тут веревочка есть? А, во, мишень какая-то. Коллекционный предмет. Интересно. Еще сундучок какой-то есть.
Ведьма тоже внизу. Золотой. Никого нету. Замечательно. Сундук доступен только посвященным 4 уровня и выше. О как! Еще и не каждый сундук можно открыть. Так, а куда мне попасть-то надо? Тоже мне, блин, послали. Засланца великого. Пойдем как добропорядочный. Это быдло ничего не видит. Хорошо. Сундучок тут где-то еще должен быть. Ладно. Сундучок потом. Пойдем. Найдите вход на нижний ярус. Так, ну надеюсь, тут нету уже хороших людей. Казалось, отошел в небытие. Ну, я хоть что-нибудь понимаю. Он что, все еще говорит за правительство? Традицию, которой государство может подчеркнуть новые силы, а народ обрести новый источник. Да счастья. Куда они делись? Что, нету меня? Справедливого распределения этого времени. Не могу пройти туда. Массовое беспокойство наряду с неоправданным желанием. Найдите де ла Сера. Завладели умами. И в результате... Как думаете, долго он еще? Исправить положение можно лишь совместно. Чему должны помочь? Ваша умеренность и мудрость. О. Именно наконец. С уверенностью, что вы на это снова способны, они, господа. Наверное, шли за мной от поместья. Я и собрал вас здесь сегодня. И мои чаяния уже оправдались. Первые два сословия добровольно отказались от своих денежных предъявлений. Так. Кто же придет на его место? Еще король? Совет способных людей? В этом весь вопрос, верно? Итак, мир. И о чем это они? Ничего себе. Тихо. А нельзя ли как-нибудь обойтись без насилия? Врежь ему, Гюго! Но, видимо, нет. Давай, Гюго! Парирование атаки. Баба. Квадрат. Баба. Теперь моя очередь. Так. Полегче, приятель. Клониться. Есть. Баба. Все, теперь моя очередь. Я заданица выполнил. Готовься к трём!
воришки по заслугам. На этот раз не сбежишь. Да ё-моё. Моя очередь. Всё? Не везёт тебе сегодня, да, Виктор? Удачи, господа. Эй, ты! Стой! Ты что делаешь? А, бегу! Спортсмен. Так, стража. В синем это полиция. Если вы атакуете или убьете кого-то, их поле зрения, они атакуют вас. Он убегает! Да. Моя запретная зона. Так, я на крыше. Отлично. Вы должны покинуть эту область. Понятно. Станьте инкогнито. Понька. Так, и что тут делать? Так, туда не пробраться. Пожалуй, придется ждать их дома. Так, воспоминания 2 завершено, Генеральные Штаты. Так, оценить это воспоминание, что интересное, довольно-таки воспоминание, голосуем. Ну что ж, дорогие друзья, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, с вами был Лорд Вуда на игровом канале Железное Сердце, мы проходим Assassin's Creed Unity. Всем пока, до новых встреч! Сейчас он сядет на самолет. Бомбануло. Андрей, тебя ждать? Да. Не, ну на яхте Yo. Нет, не особо. Я пойду самолетика разведаю, может там есть выжившие.